10 педагогов Елизовского района получили муниципальную премию за верность профессии. Лауреаты – это люди, проработавшие в школах, детских садах и центрах доп. Образования не менее 30 лет. Чествование педагогов прошло 1 декабря в Центре детского творчества в Елизове. Традиции у нас отличные, я считаю, я сегодня это вам говорил. И есть и молодежь, которая дальше следует примеру тех, кто сегодня работает, именно ветераны. И самое, я думаю, главное, что мы не просто премия, да, что сегодня это денежная премия. Мы постарались в бюджете предусмотреть средства. И я думаю, всегда приятно как бы и то, что почет, но и в то же время, я считаю, что сегодня достойная премия для каждого из педагогов, который сегодня проработал более 30 лет. Я думаю, это приятно было сегодня. В рамках премии наградили педагогов в номинациях «От призвания к призванию», «Мастер своего дела», «Увлеченные школой» и «Педагогическая династия». Отметим, что премия Елизовского района в области образования за верность профессии родилась в октябре 2010 года. За это время ее лауреатами стали 125 педагогических работников, а размер вознаграждения – 25 тысяч рублей. Добавим, 1 декабря также прошло торжественное вручение премии имени Мамченкова учителям-новаторам Елизовского района. Олег Никитович Мамченков – первый директор Елизовской средней школы номер 7, которая теперь носит его имя. Почетный житель Елизова, учитель физики, новатор и мудрый педагог. Награду в честь его имени вручают уже в 17-й раз. Это самая престижная педагогическая премия в муниципалитете. Ее нельзя получить дважды, поэтому в списке награжденных по итогам торжественной церемонии только новые фамилии. Отрадно, что в нашем муниципальном районе сложились добрые традиции именно прославления такой замечательной профессии, как профессия педагога. За это мы очень, очень благодарны и району в целом, и администрации нашего муниципального района. Премию вручили в таких номинациях, как педагог дошкольного образования, специалист коррекционной педагогики, педагог дополнительного образования, классный руководитель и учитель. На мой взгляд, профессия педагога, воспитателя, учителя – это одна из самых значимых профессий в нашем мире. Когда-то я это выбрала профессию, и сегодня, если бы меня спросили, а хотите быть снова стать воспитателем, я бы сказала, несомненно, да, хотела бы. Самое главное, это, наверное, наши достижения моих детей прежде всего, да, то есть то, что они столько лет, 20 лет я с ними шагаю рука об руку театр, и я считаю, что это вот заслуга и благодарна детям за то, что они вкладывают свою душу в театр. Ну, это как венец работы, это итог многолетней работы с детьми. Я, конечно, очень много сил приложил для того, чтобы получить эту награду. Среди награжденных нет молодых специалистов. Эта премия вручается за многолетний труд, за победу над собой и обстоятельствами, за стремление к постоянному обучению и самосовершенствованию. Премию имени Мамченкова педагогам Елизовского района начали вручать по инициативе Николая Жеребцова, который в первом десятилетии 21 века руководил районным управлением образования. Фонд премии создавался благодаря активному участию краевых депутатов 1, 2 и 3 созывов. С 2022 года этот фонд формируется из бюджета Елизовского района. Размер вознаграждения, независимо от номинации, 25 тысяч рублей.